Конфликт или неосторожность? В Сургуте мужчину госпитализировали срезанной раной левого предплечья. Медики и полицейские получили сигнал о том, что человеку нанесли ножевое ранение в квартире дома на Мелик-Карамова, 74А. Оперативные службы незамедлительно прибыли к месту. Врачи скорой помощи приняли решение о госпитализации 51-летнего пострадавшего. Его доставили в травматологическую больницу, где прооперировали. Что послужило причиной, пока выясняется. Соседи разошлись во мнениях причин. Одни утверждали, что в квартире произошел конфликт, другие напротив, что тишину и спокойствие никто не нарушал, а мужчина порезался сам. Во всех причинах ЧП разберутся полицейские. По факту инцидента проводится доследственная проверка.